Всем привет! Видимо, сейчас у меня какая-то пора перечитывания своих любимых старых книг. И одной из такой стала «Вор сказал кот», «Крой сказал кот», «Яд сказал кот», автор Фоули. На самом деле, это одна из самых часто перечитываемых мной книг, и неудивительно, потому что я очень люблю животных, в том числе котов, кошек и вообще кошачьих, в принципе. Так же, как и собачьих их и прочих живность. И в данном случае мы знакомимся с главной героиней трех повестей. Ее зовут Кики. Я вот даже, знаете, в честь нее хотела назвать свою кошку Дымку, но потом меня что-то заставило придумать. Видимо, может быть, даже зря. Ну вот, как стало, так стало. И у этой Кики есть кот, не сказать, что очень сильно оригинальным именем Рыжик. Это очень умный кот. И, знаете, рассказывая об этой книге, даже не знаю, кто на самом деле главный герой, девочка Кики или ее кот, или кот и ее девочка Кики. Тем не менее, на книге написано, что это серия «Детский детектив», но действительно так, потому что Кики ученица старших классов школы. И так случается, что ей прям вот везет на разные такие преступления, на то свидетель, то еще что-то. И книга, состоящая из выше названных трех повестей, она рассказывает об ее впечатлениях. Ой, впечатлениях, приключениях, прошу прощения, о том, как она раскрывала эти преступления. И опять же, непонятно, кто все-таки их раскрывал, девочка или ее кот. Очень понравится эта книга всем кошатникам, всем любителям животных, таких как я. Ну, детективы написаны не то чтобы прям, чтобы стать такими вот выдающимися, но весьма любопытно, интересно, и занимательно. Так что всем очень рекомендую. И на этом все. До скорых книг.